отказался с неубиенной мотивировкой. Аргумент мой неотразим. Выборы-то еще идут, то есть исполнять обязанности вот на этот срок, а дальше? И вот здесь самое главное. Для того, чтобы, например, меня президент своим указом назначил исполняющим обязанности, я должен уйти в отставку с должности главы города. А вот это меня совершенно не устраивает, этого я не хочу. Оно и понятно. Обратно в кресло мэра Николая Булакина никто бы не вернул. Впрочем, как рассказал глава Абакана, в администрации президента у него была долгая беседа. Николай Генрихович поделился с федеральным руководством своим видением решения проблем в республике. А если бы он стал главой, то Москва дала бы ему полномочия решать кадровые и финансовые вопросы в республике. Только руководить регионом Николаю Булакину пришлось бы недолго. До 11 ноября. Это крайний срок с учетом отказа всех кандидатов, кроме одного. При условии, что республика отдаст не меньше 50% голосов за оставшегося кандидата.